Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Про останні події в Україні ми будемо говорити з народним депутатом Артемом Дмитруком. Вітаю вас, Артема, в нашій студії. Добрий день. Ну і, звісно, найбільш така резонансна тема останніх днів – це підозра одному з лідерів опозиції, так би мовити, проросійської опозиції, як принаймні називають ЗМІ, Вікторові Медведчуку. Як ви оцінюєте, це от є такі дві найбільш поширені версії, так? Це боротьба з російською агентурою в Україні та політичне переслідування. Ви до якої, звісно, що правда може бути десь посередині, але ви більше до якої версії схиляєтеся? Знаете, я бы хотел, чтобы мы с вами сели на эфире и вы список продолжили. То есть есть огромное количество сегодня людей у нас в стране, олигархов так называемых, в том числе наш офис президента, наша партия, сегодня действующая власть. Они забывают о таком политике, как Петр Алексеевич Порошенко, да, который нанес огромный ущерб нашему государству, который является одним из главных олигархов в нашей стране. На словах не забывают, але до реальных дней там на словах, таке. Может быть, когда-то упоминают, но все меньше и меньше, реже и реже. Но при этом никаких реальных действий, никаких допросов. Если раньше еще, когда только Зеленский пришел к власти, да, Порошенко еще как-то вызывали на допросы в ДБР и так далее, то сейчас он чувствует себя полноценным лидером своей партии, продвигает свои идеи, свою идеологию, продолжает заниматься своими делами и даже не собирается никак уменьшать свои политические обороты, амбиции и так далее. Его коллектив уверен в том, что Петр Алексеевич – это следующий президент Украины, да, такой несменный гетьман. А что же касается Медведчука? Позиция моя в этом вопросе аналогичная, она несменна. Когда произошел такой громкий период, скандальный период, когда ваших коллег, журналистов, телеканалы, когда закрывали телеканал, я был против этого категорически. И я тогда сказал, что если, допустим, есть собственный телеканал, так пусть они несут ответственность, а телеканалы, люди пусть продолжают работать. И, собственно, сейчас Медведчук... Ну, а каким чином это возможно, если ну, власнику заборонить, власне, володіти, вибачте за тавтологию, этими каналами, да, то ну, в них закінчиться финансирование, и каналы ну, сами собой перестанут. Ну, да. Мы же понимаем, что, допустим, те каналы, которые были, они существовали уже продолжительное время, они на самом деле были на хорошем счету, их смотрело большое количество людей. И эти... ну, с приводу на хорошем счету, тут ну, я смотрите, бы посперечався, тут в них такая, насправді, репутация да, была так собі. Це були ангажовані канали. Давайте правді у вічі подивимося. Це були канали, які повністю були під заточені під свого власника. Тому що, ну, коли не включиш в будь-який час доби, там Віктор Медведчук сказав те, прокоментуйте те, ну, вони були ангажовані. Согласен. З вашим мненням ви маєте право, да? Угу. Так же, як і другі люди, які виступали за або проти закриття каналу. Це об'єктивно. Це об'єктивно ангажовані. Там була аудиторія. Там так, были люди, правда, которые их смотрели. Это наши украинцы. То есть люди живут на территории Украины, живут в Киеве, живут в Одессе, живут во Львове и в Харькове. То есть это наши с вами сограждане. И просто нужно было, возможно, пересмотреть политику этих телеканалов, возможно, сменить руководство телеканалов. Но сегодня мы видим, что эти телеканалы перешли в интернет. Плоскость, да, на Ютубе, он как называется там, прямой. Их теж зачинили, там же ну, прямой там транслируется. Незалежный, да, перший незалежный. Незалежный, он транслируется. Да. Он транслируется, и там идет та же риторика, как вы говорите, да, допустим, ну, зачинили канали вот их трех, власне, телеканалов да, на Ютубе, и вот из них, власне, вот виник так, цей один. Но они же вещают, то есть трансляция, и их реально много смотрят, там, если посмотреть в прямом эфире, там 5, 10, 15, 20 и 100 тысяч просмотров бывает в прямом эфире на YouTube-трансляции. Поэтому я считаю, что, возможно, нужно было пересмотреть политику телеканалов, так как аудитория уже была,
просто сделать их на самом деле независимыми, на самом деле подавать ту информацию, которая будет честная, прозрачная, чтобы люди получали нормальную информацию с средств массовой информации. В продолжении темы Медведчука, конечно же, у нас в стране для этого и существуют правоохранительные органы, судебные органы. И лично мне было бы, допустим, интересно, как стратегически важные объекты, как, допустим, труба нефтепровода, могла оказаться не в государственной собственности, а в частной собственности. То есть есть огромное количество вопросов, и если их по-настоящему будут расследовать, да, по-настоящему будут виновные за это наказаны, только с доказательствами. Я буду только за это, потому что я выступаю за справедливость, и в принципе с такими лозунгами, с такими понятиями и правилами за нас, за это люди и голосовали, да, что мы будем пропагандировать, так сказать, справедливость и наводить порядок. Поэтому... Если же Медведчук в чем-то виноват, мы просим доказательства, пусть покажут доказательства, и тогда в полной мере пусть за это и отвечают. Деякі експерти пов'язують от, власне ту тему, яку ви підняли, да, закриття телеканалів Віктора Медведчука, що наслідком цього закриття стала гра мускулами, так би мовити, Російської Федерації, так звані навчання на кордоні з Україною, стягнення туди великих військових сил. На вашу думку, чи дійсно це є так, і чи варто від Російської Федерації після оцієї вже підозри безпосередньо Вікторові Медведчуку, так вже не санкції, а підозри, подальшої якоїсь реакції від Російської Федерації, очікувати реакцію Російської Федерації? Ну, смотрите, очевидно, что это была игра мышцами со стороны Российской Федерации, потому что ни для кого не секрет, что Виктор Медведчук – это родственник Владимира Путина, да, они, так сказать, дружат с семьями, и у них есть другие взаимоотношения, и бизнес-взаимоотношения, и так далее. Другой вопрос, что все это время мало кто это замечал, да, и это не поднималось на поверхность. Так ли это? Да, так. Я считаю, что, безусловно, это с какой-то стороны может провоцировать Российскую Федерацию на какие-то действия. Но по моим данным, по последней информации, никаких реальных действий, чем больше то, что есть, со стороны Российской Федерации не будет. То есть сейчас идет процесс переговоров, ожидается встреча Байдена с Путиным. Также украинская сторона, особенно наш президент Владимир Александрович, он очень надеется на, после этого на встречу тоже с Байденом. Поэтому пока ведется процесс переговоров. И, конечно же, такая страна, как Россия, которая привыкла показывать свою силу именно таким способом, да, показывать свое вооружение, показывать свою военную спроможность, конечно же, она этими играет. Безусловно, они будут это показывать всем своим видом. И, конечно же, это связано. Безусловно, связаны санкции против Медведчука и такая борьба с Медведчуком на территории Украины и подозрения против Медведчука, безусловно, связаны с такими обострением отношений, да, и так непростых, с Российской Федерацией. Є отака конспірологічна теорія, що ну всі знають фактично вже, що в ОПЗЖ є дві великі групи: група Медведчука, Рабіновича, там Столара, так і група Льовочкіна, Бойка. І власне, от теорія в чому, що офіс президента хоче вивести в другий тур відверто проросійського політика, щоб зманити на свій бік електорат Порошенка і ну фактично забезпечити собі цим перемогу. І власне для цього топить зараз Медведчука, щоб у другому турі більш зручну опозицію отримати. От і власне група Льовочкіна Бойка може забрати під себе оті зараз підсанкційних проросійських політиків, санкційних з російського боку, тобто там Мураєв, Добкін, ті, хто були в опозиційному блоці, і створити новий проект. От чи є в цьому, на вашу думку, раціональне зерно, і Російській Федерації фактично нічого не залишиться, як ну не вступатися за Медведчука, а зробити ставку вже от на той новий проект проросійський. На вашу думку, в цьому є раціональне зерно? Я вам скажу точно, що такі мислі є, і вони вже, видите, дійшли і до вас. Тобто в Києві ці мислі були ще где-то около місяця назад. О том, чтобы до следующих президентских выборов с партией ОПЗЖ разделилась,
И, так сказать, тот блок, которым сегодня управляет Медведчук, он перестал существовать. Остался только блок, в котором есть Бойко. Подкрепить его вышеупомянутыми вами политиками, такими как Мураев. Мураев, на самом деле, он очень хороший рейтинг у Мураева. Мураев на хорошем... И свой медиаресурс, что да. Не меньше важливо. У Мураева есть и медиаресурс, и Мураев, скажем так, по-простому заходит. Заходит, у него есть своя аудитория, заходит людям. И поэтому союз даже Бойко, Мураева и еще ряда оппозиционных политиков, это будет сильный союз. И, безусловно, он будет как бы, если по-простому говорить, да, то таким пророссийским, да, больше ОПЗЖ сторона. Безусловно, оппозиция. И это имеет место быть. То есть и вот эта история разыгрывается, чтобы в следующих президентских выборах было две стороны. Одна сторона — это полностью проукраинский Зеленский, который сотрудничает с Европой, сотрудничает с Америкой. И другая сторона — это Бойко и его команда. Такое может быть, да. Такая ситуация возможна, и такое развитие событий тоже возможно. Мне бы хотелось, конечно, чтобы в нашей политике игр было поменьше, чтобы политики высказывались и ставили ту позицию, и ту высказывали точку зрения, которую на самом деле они будут выполнять и которые руководствуются, да, чтобы люди голосовали на самом деле за их реальные дела, а не так, что это будет просто какой-то розыгрыш, очередной розыгрыш, да, очередной фильм, кино, сериал, как хотите это называть. Ну вот видите, даже уже вы об этом знаете, то есть это... Ну це на поверхні, ну, власне, ти просто звести докупи декілька фактів. Даже, я більше скажу, я іноді смотрю соціології, які проводять різні політичні групи, і у Медведчука, і у Зеленського практично найвисокий рейтинг среди всіх політиків, можливих претендентів на президентське крісло. Ну ще Порошенко. Да, Порошенко. Ну, я, честно, принципиально не смотрю рейтинги Порошенко, потому что мне даже читать его фамилию не всегда спокойно получается. Мне хватает его в Верховной Раде, мы недалеко сидим, и его хорошая очень политическая сила европейской солидарности. Поэтому. Давайте, щоб ви не обурювалися, поговоримо про слуг народу, власне. Ви є мажоритарником від Одеси, все-таки, ну, менше з тим, представником все-таки монобільшості, так, на даний момент все-таки є членом цієї команди. Яка зараз ситуація, чи дійсно монобільшість є монобільшістю, і чи є варіанти, наприклад, якоїсь нової коаліції, найчастіше згадується коаліція із партією «Батьківщина», кажуть, що може бути переформатування уряду, що пан Власенко претендує там на Мін'юст, пан Івченко на аграрне міністерство. Так? Ну, там ще декілька прізвищ, я не буду в деталі вдаватися. Ну, Юлія Володимирівна, зрозуміло, що претендує. Да? Так. Вот. Ну, я вам скажу, что очень давно ходят слухи касательно того, что кто-то из Батьківщини, в том числе и Юлія Володимирівна, будут занимать какие-то высокие посады премьер-министра или в министерствах. Но честно, вот я уже об этом слышал где-то полгода, и пока ничего из того, что я слышал, Юля премьер-министр, или это Власенко там министр юстиции, Івченко так, да. Сільське господарство. Ну, я думаю, что это все накрученная история, то есть, скорее всего, что они сами ее вводят в средства массовой информации для того, чтобы потом сыграть офису президента, показать эту информацию, что вот об этом говорят, возможно, люди этого хотят и так далее. А знаете, народная приказка, диму без вогню не бывает. Да, возможно, идут какие-то переговоры. Но, честно, я в это не верю. Офис президента в этом отношении очень сильная позиция. И у них достаточно еще своих кадров, наверное, еще целая очередь, которые тоже хотят занять такие лакомые должности, да, чтобы посидеть и поработать. А до Батьківщини еще надо дойти. Серед них, зокрема, пан Ляшко. І от в зв'язку з цим питанням, якщо ми вже почали про кадри говорити, чи 18-го числа, принаймні така дата називається в ЗМІ, чи можлива відставка Максима Степанова? І як ви взагалі ставитеся до нього, як до менеджера? Значить, яка взагалі ситуація була з міністром здравоохранення, з господином Степановим? Полгода назад почали збирати підписні листи в Верховній Раді, депутаты начали собирать подписные листы об отставке Степанова.
Именно тогда были видны первые проколы в его деятельности. Первые проколы в его деятельности, и вы знаете, это не Министерство инфраструктуры, да, где оно может тянуться, там плохие дороги, транспорт и так дальше, что это там ну, не так остро, не так горячо. А в чем здесь, проколы? Проколы были элементарные, допустим. Я могу назвать самые простые вещи, когда министр Степанов, допустим, озвучивал даты, когда он договорился за поставку вакцины. Он точно говорил там дата, 10 число, допустим, у нас будет такое-то количество вакцин. Это там, через месяц от даты происходило. И то вакцина приходила, допустим, не того производства, которое нужно. А чому він домовлявся? Ну, це ж має бути не на рівні Міністерства охорони здоров'я домовленості. Це, ну, як мінімум, на рівні прем'єр-міністра. Ні, почему? Міністерство здравоохранения отвечает за вакцини, отвечает за оборудование, отвечает за все, что происходит в системе здравоохранения. Как раз министр Степанов, ну, был за это напрямую ответственный. Вот. И точно так же мне известны моменты, когда они заказывали вакцины для того, чтобы там немножко где-то на, как извините, перекупом заработать, да, получали одно, другое, там, опаздывали на какое-то время и так далее. Точно так же мы знаем кучу случаев, когда в больнице не доходило оборудование, которое должно было дойти. То есть моментов очень много. И огромное количество моих коллег, которые обращались, и я в том числе, к Степанову, не получали положительных ответов для того, чтобы получить опять же или оборудование, или необходимые вещи для больниц. Полгода назад я подписал, я был одним из первых, кто подписал отставку Степанова, но тогда большинство слуг народа были категорически против этого, и это дело не сдвигалось с места. Но вот на протяжении полугода уже практически всем депутатам Верховной Рады очевидно, что реально министр Степанов, ну, скажем так, просто не справляется с своими обязанностями. И реально его нужно менять. Спросите вы меня, да, что будут ли... Я думаю, что голосов хватит. Мне бы так хотелось. Если вы зададите мне вопрос, есть ли альтернатива, пока кандидатов я не слышал, кроме как Ляшко. Да. Это пока единственный кандидат, но я уже не раз заявлял, что вот какие кандидаты будут, может, нам еще кого-то озвучат. Да. Я это выставлю на общественное голосование каждого кандидата. И вот как мои избиратели, как люди, за кого у меня проголосуют, да, или в социальных сетях, или у вас на эфире, да, мы скажем, какие есть кандидатуры, ту кандидатуру я и поддержу. А якщо скажуть, що хочуть Степанова залишити? Якщо хочуть Степанова, ну, Степанова вже в відставку. Тоді я воздержусь за голосування нового. Но ви будете міністра. Це питання ставити ще до голосування за Степанова чи після? Після вже не буде сенсу. Ні, просто по Степанову ситуація следующая, що опроси чітко мені показують, що люди недовольні міністром Степановим. Тобто, чому я полгода назад вперше висказав свою точку зрення? Тому що я отримав огромне кількість обращень, направил их до Степанова и не получил обратной связи. Просто для людей, решения каких-то их элементарных медицинских вопросов. И поэтому еще тогда я уже высказал свою позицию. То есть люди свою позицию мне донесли, что министр Степанов, ну, не устраивает. Да? Поэтому сейчас мы выставим очередное голосование, очередные будут кандидаты. И кого люди больше поддержат из претендентов в министерское кресло, да, того я и поддержу. Ну и, конечно же, будем отталкиваться от их профессиональных навыков, задач, опыта и так далее. Ну и, конечно же, программы. Конечно, программы у нас все говорят очень красиво. Вспомните, как наш премьер-министр Шмигаль рассказывал о 500 тысячах рабочих мест, которые он сделает. Я эту программу не могу сказать, это набір гасел був. Да, за полгода будет 500 тысяч рабочих мест и так далее. Да, говорят красиво, но, к сожалению, никто сегодня из министров, кроме Арсана Борисовича Авакова, не показывает никакой абсолютно работы. Я могу с уверенностью вам сказать, как человек изнутри, что реально сегодня, кроме Министерства внутренних дел, никакое министерство не работает. Просто они существуют, но они не работают. Артеме, я вам дякую за відверті відповіді, за цікавий ефір. Дякую, що прийшли до нас. Спасибо вам. Артем Дмитрук, народний депутат України, був у нас в гостях. Студію провів Костянтин Гречани. Залишайтеся з репортером, з нами завжди цікаво.